Grantarashima Malvatam, Canto 1, Chapter 1, Text 21, Question by the Sages. Мы читаем из Шримад Бхагаватам 1.1.2. Вопросы мудрецов. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Унасандашито даттара душтарам ниститершитам калим сатвам харам пумшам кана дара иваранам. We think that we have met your goodness by the will of providence, just so that we may accept you as captain of the ship for those who desire to cross the difficult ocean of Kali, which deteriorates all the good qualities of a human being. О добродетельный, мы думаем, что встретили тебя по воле провидения, чтобы избрать тебя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает пересечь полной превратности океан Кали, лишающий человека всех хороших качеств. This is the very first verse shloka I heard in this lifetime. В своей жизни это была самая первая шлока, которую я услышал. I saw the devotees chanting on campus. Я увидел, что преданные пели на территории университета. Many of you know I was working at the campus. И вы знаете, я работал в университете. I was a grihastha. Well, I was married at the time. I wasn't a grihastha. I was married at the time. В тот момент времени я был женат. And myself and my former wife, we approached the group, and there was one very tall, effulgent Sannyasi singing very nicely. I learned later his name was Vishnujan Swami. Так вот, мы с моей бывшей женой увидели группу сияющих преданных. Мы к ним подошли, и один особенный преданный воспевал, и позже я узнал, что его имя было Вишнуджан Свами. And we just been to an art exhibition where there were paintings of Krishna. И просто за момент до этого мы находились на выставке картин, где присутствовали картины Кришны. And we were attracted to the we were attracted. Krishna looked very beautiful. И мы были очень привлечены им. Кришна выглядел просто прекрасно. And the janitor who was cleaning the place, when I asked him who this blue person was, he said, "It says Krishna in heaven. So if that's heaven that you can dance with all those pretty girls, I want to go there." It's the janitor. И мы спросили уборщика, который работал в картинной галерее, а кто это на картине изображен такой синий? На что он ответил? Написано, что это Кришна в раю, кажется, что это рай. Я тоже хочу быть в таком раю, танцевать со всеми прекрасными девушками. Вот что нам ответил уборщик. That was my first introduction to Krishna. Not exactly according to Shastra. Это было мое первое знакомство с Кришной, не совсем по шастре. But when we came out of the art exhibition, we heard this kirtan going. I never met devotees. Но выйдя из картины галереи, мы услышали этот прекрасный киртан, а до тех пор мы никогда не видели преданных. So when they stopped singing, Maharaj started speaking, and all the students left. В момент, когда 200 students on the lawn watching, and when he started speaking, they all walked away. Ha, ha, ha. They were thinking this is silly. Когда киртан завершился, Махарадж начал говорить, все студенты, которые находились в этот момент на поляне, они повставали и уходили, и так вздыхали. Что за глупости? So he turned to me and my former wife, and he said, "Oh, you two stay. Do you have any questions?" Махарадж повернулся ко мне и моей бывшей жене и спросил, "Вы двое остались? Есть ли у вас какие-то вопросы?" So I connected what the janitor said to the blue boy to what Maharaj was singing about, so I said, "Yes, can you tell me who's Krishna?" В моей голове я связал все то, что нам сказал уборщик картины с Кришной, и то, что Махарадж говорил, и я сказал, "Да, конечно, у меня есть вопрос, пожалуйста, кто такой Кришна?" He said, "No." Нет, я не могу тебе сказать. I said, "Why?" Я спросил, почему. He said, "Young man, come sit down here. First, I'll tell you about my spiritual master." Он сказал, молодой человек, подойди сюда, сядь, пожалуйста. В первую очередь я расскажу тебе о моем духовном учителе. Only through him we can understand who is Krishna. Только через него мы сможем понять, кто такой Кришна. So he spoke to me 1 hour about Prabhupada. Так вот целый час он мне рассказывал о Прабхупаде. So at the end, he said, "Do you have any more questions?" В
конце он спросил, есть ли у тебя еще какие-то вопросы? I said, I have one question. Я сказал, да, у меня есть один вопрос. He said, what is your question? Он сказал, какой твой вопрос? I said, can Prabhupada be my guru too? Я сказал, а может ли Прабхупада быть моим гуру тоже? He said, yes. Он сказал, да. So you have to do some service. Но тебе нужно совершать служение. So I said, well, where are you guys staying tonight? There were three other sannyasis. Я спросил, ну хорошо, а где вы, ребята, остановились сегодня? Их было трое. We have no place to stay. У нас негде остановиться. I said, well, then you can stay at my place. Я сказал, пожалуйста, оставайтесь у меня. I have an apartment. Well, the building was going to be torn down, but I had an apartment, and that apartment next door was vacant. So I said, you guys come stay with us. Здание, в котором мы жили, было под снос, но у меня там была квартира, и рядом с нами квартира пустовала, и я пригласил их остаться там. And for me, the rest was history. Остальное — это история. So Prabhupada's purport. Так вот, комментарий Прабхупады. This is the verse that Maharaj, when I asked him, you know, he said, come, I'll tell you about my spiritual master. Then he quoted this verse before he started speaking, just like we're starting the class. He quoted this verse in Sanskrit. I remember I can still hear him. Tvabhyasya darshito datta dushtaram nishtitishakam kalim sarvam haram pumsham kanadar. I can still feel the vibration in my heart. Then he spoke this verse to me. Это тот самый стих, который Махарадж процитировал на мой вопрос о том, может ли он мне рассказать о своем духовном учителе. Он рассказал нам этот стих, и до сих пор его слова и то, как он читал этот стих на санскрите, звучат в моем сердце. Perfect start. It took four sannyasis to deliver me from my material life. Понадобилось четыре саньяси для того, чтобы привести меня к моей духовной жизни. So Prabhupada writes, the age of Kali is very dangerous for the human being. Прабхупада пишет, век Кали очень опасен для человека. Human life is simply meant for self-realization, but due to this dangerous age, men have completely forgotten the aim of life. Жизнь дана человеку исключительно для самосознания, но под влиянием этого опасного века люди совершенно забыли о цели своей жизни. In this age, the lifespan will gradually decrease. Продолжительность жизни в этот век будет постепенно сокращаться. People will gradually lose their memory, finer sentiments, strength and better qualities. Люди утратят память, возвышенные чувства, силу и свои лучшие качества. A list of the anomalies for this age is given in the 12th canto of this work. Перечень аномалий нашего века приводится в 12-й песне этого произведения. And so this age is very difficult for those who want to utilize this life for self-realization. Так что этот век очень труден для тех, кто хочет посвятить свою жизнь самоосознанию. The people are so busy with sense gratification that they completely forget about self-realization. Люди настолько заняты удовлетворением чувств, что полностью забыли о самоосознании. Out of madness, they frankly say there is no need for self-realization because they do not realize that this brief life is but a moment on our great journey towards self-realization. Не понимая, что эта краткая жизнь — лишь миг на нашем великом пути к самоосознанию, в своем безумии они откровенно говорят, что в самоосознании нет никакой надобности. The whole system of education is geared to sense gratification, and if a learned man thinks it over, he sees that the children of this age are being intentionally sent to the slaughterhouses of so-called education. Система образования направлена на удовлетворение чувств. И если разумный человек задумается над этим, он поймет, что детей нынешнего века намеренно отправляют на бойню так называемого образования. Learned men, therefore, must be cautious of this age, and if they at all want to cross over the dangerous ocean of Kali, they must follow the footsteps of the sages of Naimasharanya and accept Sri Śrīta Gosvāmī, or his bona fide representative, as captain of the ship. Поэтому просвещенным людям в эту эпоху надлежит быть осторожными. И если они хотят пересечь океан Кали, то должны последовать примеру мудрецов Наимишарани и принять Шри Суту Госвами или его истинного представителя в качестве капитана корабля. The ship is a message of Lord Shri Krishna in the shape of Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. Этот корабль — послание Господа Кришны в форме Бхагавад Гиты и Шримад Бхагаватам. Ома гьян тимадан дасья, гьян гьяна шалакая, чаксуна милитам джена тасмай си гудаве намаха. Шри Чайтанья мано виштам, штапитам джена бутале, швайам рупа кадамайам даданти свападанти кам. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадархар Шри Васари Гор Бхакти Вриндам. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе.
Hare Rama. Srila Prabhupada ki jai. So again today we're accepting Bhaktin Autumn as a disciple in our Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Сегодня мы принимаем Бхактин Отам в нашу Брама Гаудия Мадва Вашнава Сампрадая. Or you could say, in a more personal way, into Srila Prabhupada's family, which is the International Society for Krishna Consciousness, because Prabhupada did say that ISKCON is not different than his body. И на более личностном уровне мы можем сказать, что мы принимаем ее в нашу семью, именно в наше международное общество сознания Кришны. И Прабхупада говорил, что это общество является его телом. And this was very auspicious for her. Это очень благоприятный день для нее. Actually, it's auspicious for her. It's auspicious for the community of devotees. And actually, this ceremony today is auspicious for the whole world. Сегодняшняя церемония, она благоприятна для нее, она благоприятна для всего общества преданных, а также она благоприятна для всего мира. For her, it's auspicious because it's her second birth. It's the most significant birth. It's her spiritual birth. Для Бхактин Отам она благоприятна, потому что сегодня она принимает второе посвящение. It's auspicious for the community because our strength lies in numbers, sadhu sangha. Для нашего сообщества эта церемония благоприятна, потому что наша сила лежит в нашем количестве. Это сила саду-санги. But how's it auspicious for the world? Но как же эта церемония благоприятна для всего мира? No one knows the ceremony is going on. They're all watching the Summer Olympics in Paris, France. Никто даже не знает, что эта церемония проходит сейчас здесь. Все смотрят Олимпийские игры в Париже. It's auspicious. It's described how it's auspicious by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in his purports to Sri Chaitanya Shikshamrita. И в своих комментариях Шри Чайтанья Шикшамрите Бхактисиддханта Сарасвати Такур описывает, почему эта церемония благоприятна для всего мира. He says in the teachings of Sriman Mahaprabhu, there's only two principal instructions: develop the taste, namruchi, for chanting, develop a taste, and display compassion for the fallen conditioned souls. In that way, it's auspicious because she's her husband's the top book distributor, and she's also a book distributor. And I'd say top, but she's learning and she's assisting him. So very auspicious couple. They'll bring glory to the movement in the United States of America. They want to make America great again? Here's how you do it. Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет, в учении Шри Чайтаньи Махапрабху есть всего два главных наставления. Развивай вкус к воспеванию святых имен и будь сострадательным ко всем падшим душам. Именно таким образом эта церемония инициации сегодня очень благоприятна для всего мира. Бхактин Отам и ее муж, они являются примерными преданными. Ее муж распространяет книги, он распространяет их очень много, и также она помогает ему в этом служении. Если вы хотите знать, как Америка должна стать великой снова, так вот она станет ей благодаря этим двум преданным, они принесут славу Америке и всему нашему обществу. So this initiation can be done in a simple way or it can be done in a very elaborate way. Эта церемония инициации может проходить очень просто или очень сложно. This is kind of simple because, well, we're going to have a big initiation on Balaram's appearance day with a big fire and that balloons and you know, the whole thing. This is more simple. Сегодня мы проводим простую церемонию. Мы будем проводить большую сложную церемонию в день Баларама Пурнимы со всеми шарами, воздушными шарами и большим огнем. We put it together quite quickly because they're leaving to go back to America to save America, make America great again. А сегодня мы проводим простую церемонию, которую мы быстро организовали здесь, потому что уже завтра они возвращаются обратно в Америку для того, чтобы снова сделать ее великой. But simple's also okay. Но простая церемония также хороша. The Tattva Sagara describes a simple event like this. В Tattva Sagara описывается простая церемония, подобная этой. Дурлабе садгуру намча сакрит санга упаштитее тад анудья яда лабдха садикша башаро махан. If by chance or good fortune one gets a guru, it doesn't matter whether one is in a temple or in the forest. If the spiritual master agrees, one should take initiation immediately
without waiting for a suitable time or place, like Balaram Purnima. Если по воле случая или по великой удаче человек может принять гуру, неважно, где он находится, в храме или в лесу, если духовный учитель соглашается и готов принять ученика, человек должен принять посвящение в тот же момент, без промедлений, и не ожидать подходящего времени или места, и такого времени, как Баларам Пурнима, например. But there is a more elaborate initiation ceremony, and it's described by Kashishwara Pandit in his book entitled Gaudiya Vaishnava Diksha Vidhi. Но также есть и более сложная, многоступенчатая церемония инициации, которую Кашишвар Пандит описывает в своей книге Гаудия Вайшнава Дикша Види. I don't think most of you have ever heard of that book. Я не знаю, мне кажется, большинство из вас, наверное, не слышали об этой книге. It hasn't been published yet. Она еще не была опубликована. But it's available for scholars. Но для ученых она доступна. So it's authorized because Kashishwara Pandit was a very close associate of Lord Chaitanya 500 years ago. Эта книга авторитетна, поскольку Кашишвар Пандит был очень приближенным, преданным Господа Чайтаньи 500 лет назад. He was the devotee that Lord Chaitanya sent to be a priest for Govindaji, the deity of Sri Rupa Goswami, just after Govindaji was discovered. И он был тем самым преданным, которого Господь Чайтанья отправил, чтобы служить и быть пуджари для Говиндаджи, божества Рупа Госвами, как только это божество было установлено. You know, Rupa Goswami is like wandering in Vrindavan, discovering different holy places. И вот Рупа Госвами бродит по лесам Вриндавана, открывая новые святые места. He's writing books on the science of devotional service. And... Он пишет книги о науке преданного служения. He's very busy, but then he finds this deity, and deity worship means you have to get a lot of time and energy to worship the deity. This is one sadhu with this big deity. How's he going to worship him? So I wrote a letter to Lord Chaitanya in Puri and requested he send someone to help him with the puja. Он очень занят, но в какой-то момент он открывает божество Говиндаджи и начинает ему поклоняться. Вы знаете, что поклонение божеству занимает очень много времени и внимания. И как один простой саду может справиться с таким пышным поклонением большому Говиндаджи? В этот момент он написал письмо Господу Чайтанье в Пури и попросил отправить ему преданных, чтобы они помогли в пудже. So Mahaprabhu said, Kashishwar, you go. И вот Махапрабху отправил Кашишвар Пандит. I'm serving the Supreme Personality of Godhead, you. I don't want to go. На что он сказал, я здесь служу высшему воплощению Господа, почему я должен уходить, я не хочу. Yeah, but you're going to serve the Supreme Personality of Godhead, Vrindavan, Govindaji. И он сказал, отправляйся и служи Верховному Господу Говиндаджи во Вриндаване. But I'll miss you, Chaitanya Mahaprabhu. Но я буду скучать по тебе, Чайтанья Махапрабху. So Mahaprabhu said, okay, Mahaprabhu is worshipping a deity of Krishna. He gave the deity to Kashishwar. He said, "Now you go." Махапрабху сказал, "Хорошо, ладно." Он поклонялся божеству Кришне, и он решил отдать его Кашишварпан. И сказал, "Вот теперь можешь идти." So as part of the process of deity worship, he wrote this book, Gaudiya Vaishnava Diksha Vidhi, about how to become initiated so that you can serve the deity. Так вот, в процессе поклонения этому божеству Кашишвар Пандит написал книгу Гаудия Вайшнава Дикша Виды для того, чтобы человек мог получить инициацию должным образом и поклоняться божеству. And I got access to this book. А у меня есть доступ к этой книге. And I read it last night. И вчера вечером я ее все прочитал. And I'm going to share with you how he explains a very elaborate process of initiation that maybe we can try to do on Balaram Purnima. И я поделюсь с вами очень многоступенчатым и сложным процессом инициации, который он описывает в этой книге. Возможно, в день Баларама Пурнимы мы попробуем воссоздать такую церемонию инициации. That ceremony will take 48 hours. Такая церемония будет проходить на протяжении 48 часов. But will you get hungry? No. Ну а разве вы будете голодны в это время? Нет. Kashishwara Pandit was such a great devotee, I was reading that Jiva Goswami was inspired by him to write a book just on Gayatri Mantra. It's called Gayatri Vivriti Vyakya. На самом деле, Кашишвар Пандит был таким замечательным преданным, что даже Джива Госвами вдохновился им и написал книгу о Гайатри Мантрах. Now, what I'm going to explain to you is quite deep.
То, что я вам сейчас расскажу, очень глубоко. And as I was reading it, I was thinking about Śrīla Prabhupāda. И когда я это читал, я думал о Шриле Прабхупаде. Śrīla Swāmī Prabhupāda's godbrother described Prabhupāda as a Shaktavish avatar. No, just a devotee, but a Shaktavish, particularly empowered personality who comes from the spiritual world to reveal Krishna consciousness to us. Духовный брат Шрила Прабхупады Шридхар Свами описывает его как Шакти Веша Аватара. Он не является простым преданным, он особая душа, которая приходит прямо из духовного мира к нам, чтобы проповедовать. So, Gaudiya Vaishnava Dikshaviti, Kashishwar Pandit describes that there are two swaroops, or two forms of one's spiritual master. В Гаудия Вайшнава Дикшавиди Кашишвар Пандит описывает, что есть две сварупы или две формы духовного учителя. One is called Pratyaksha, which means the guru when he's in this world. Одна из них называется Pratyaksha, что означает гуру, который находится в этом мире. The one whom you take Diksha initiation from. Тот, у которого мы принимаем посвящение. Pratyaksha. Pratyaksha means before the eyes. The vapu of your guru is you can see your guru's form. Pratyaksha буквально означает перед глазами. Это означает вы видите вапу или форму гуру перед вами. Pratyaksha before the eyes. Pratyaksha перед глазами. And the other form of the guru is called vibhu. Vibhu means very great or magnanimous. А другая форма гуру называется vibhu, и она значит великодушный. And the vibhu form of the guru is the guru when he's situated in Goloka Vrindavan. Форма вибу – это форма гуру, когда он находится на Голоке Вриндаване. It's his form in Goloka Vrindavan. Это его форма на Голоке Вриндаване. And Kashishwara Pandit says, there he listens to all the prayers, the problems, and the glories of devotional service as he's being practiced by his disciple. И находясь там, Кашишвар Пандит пишет, что гуру слушает все молитвы, проблемы или прославления своего ученика. He meditates on that form of the guru after the guru leaves this world. И мы медитируем на эту форму гуру после того, как гуру покидает этот мир. So these are two expansions of the guru. Pratyaksha meaning he's before our eyes, and vibhu means he's in the spiritual world, but he's hearing our prayers, trying to solve our problems and giving us inspiration. Таковы две формы духовного учителя: Pratyaksha, что означает перед глазами, и Vibhu, когда гуру находится в духовном мире, и в то же самое время он продолжает взаимодействовать с нами, слушая наши молитвы, прославления и стараясь помочь нам в наших трудностях. And a Pratyaksha guru means the one who, like today, is giving initiation. Never, he says, never shows or displays his powers in front of anyone. But the same guru as Vibhu, when he leaves this world and goes to Goloka Vrindavan, he shows his powers in the form of protecting his disciples from illusion. Pratyaksha guru – это форма гуру, когда он присутствует в физическом мире, как сегодня гуру дает инициацию. И такой гуру никогда не показывает все свои силы и сверхспособности, но они такие же, как в тот момент, когда гуру уходит в духовный мир и продолжает взаимодействовать с учеником и старается вести его по пути преданного служения. And the guru doesn't show his powers, because guru, you know, devotee means humble, so the spiritual master is very humble. But when he's in the spiritual world, he shows his powers by protecting his disciples, which means when he's there, he remembers us, obviously, according to the author of this book. Гуру никогда не показывает все свои силы, конечно же, преданный очень смиренен. Но когда он уходит в духовный мир, он проявляет все эти силы, и он проявляет это, защищая своего ученика. So in Pratyaksha, when the guru is in this world and initiating and taking on the burden of accepting disciples, Kashishwara Pandit, he compares the guru's efforts to the Sanjati insect. Pratyaksha guru, который находится в этом мире и принимает духовное посвящение, принимает учеников, он сравнивается Кашишваром Пандитом с насекомым Санджати. I was reading, I was thinking, how do you compare the guru's efforts to an insect?
И я читал это и думал, ну как можно сравнивать усилия гуру с усилием насекомого? And what's a sanjati insect anyway? И что вообще за такое насекомое санджати? But it made sense as I read on. Но я понял смысл этого, когда я продолжил читать. Shastra says this sanjati insect gives birth to 100 insects, 100 babies at one time. В шастрах описывается, что насекомое санджати рождает 100 насекомых за один раз. And after birth, these 100 children insects, they stick to her back and they drink her blood until they become big enough to fly, which causes the sanjati insect like unbearable pain because they're on her, drinking her blood so that they can fly. And she's like, ow! But she doesn't complain. Описывается, что все этих 100 маленьких насекомых санджати после рождения, они впиваются в спину матери насекомого и высасывают ее кровь. И это продолжается на протяжении долгого времени, пока они не обретут достаточно силы, чтобы взлететь и летать. И это причиняет матери насекомому нестерпимую боль, но она все равно это делает ради своих детей. So Kashishwara Pandit says, in the same way the guru accepts disciples, karma, as a burden of love, to give them the opportunity to give them wings to fly to Goloka Vrindavan. Just like the blood gives the little babies the energy to fly away, so Guru takes the karma of the disciples so they're free to fly to Goloka. Such a beautiful analogy. И Кашишвар Пандит описывает, что точно так же, как мать принимает этих насекомых на свою спину, so fly. Они высасывают ее кровь. What are you doing here? Точно так же гуру принимает карму своих учеников для того, чтобы они налегке могли расправить крылья и лететь в духовный мир. Подобно тому, как мать отдает свою кровь детям-насекомым, и это дает им силу лететь в духовный мир, точно так же гуру забирает карму, чтобы налегке вы могли лететь в Голоке Вриндаване. Так летите же, что вы тут сидите? So how does the guru deal with all that karma? И как же гуру справляется со всей этой кармой? Well, karma, one of our introductory lectures about the glories of the holy name is that by chanting Hare Krishna, our heart becomes freed from karma. By chanting Hare Krishna, our heart becomes freed from material desires, which cause karma. So the holy name is all powerful. It's the solution to everything. The spiritual master has to have great faith in chanting Hare Krishna and spend time chanting Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. In that way, he burns up the karma that he's accepted on behalf of the disciple. It's very easy. Just do a lot of kirtan. Like last night, right? We had a long kirtan. And those kids, those little kids with their teacher, they were better than you. They were dancing, wow, wow, so widely, burning up whatever sinful reactions are there in the heart. So it's the same with the guru. You can't become a spiritual master unless you have deep faith. And you're a chanter of the holy names. И как же гуру справляется с кармой всех своих учеников? Для этого ему нужно много воспевать и иметь сильную веру в святые имена, потому что карма сгорает, все греховные реакции сгорают в процессе воспевания святого имени, поэтому гуру должен совершать много воспевания, обладая сильной верой. Точно так же, как вчера вечером у нас был такой потрясающий долгий киртан, и люди, которые в нем участвовали, были восхитительные, и там были дети со своим учителем, они танцевали намного лучше вас. So what does it mean that spiritual master delivers us from material existence? He gives us the tools to utilize to become freed from material existence. It's not that he just picks us up and takes us home. No, he gives us the knowledge, teaches us how to get out of material life. Что же значит, когда гуру освобождает нас от материального существования? Это означает, что гуру дает нам инструменты, используя которыми мы можем стать свободными. Это значит, что мы должны пользоваться тем, что гуру нас учит для того, чтобы освободиться от материального существования. It's like it's dark and the guru turns on the light, and then you walk. Подобно тому, he doesn't drag you through the darkness. He put there's the light. Now walk. Подобно тому, как
Когда вы находитесь в темноте, гуру включает свет, и в освещении вы можете видеть, куда вам идти, и вы продолжаете идти. Гуру не тащит вас насильно, вы идете сами в свете. Of course, we're so indebted to him because if he didn't turn on the light, we'd stay in darkness. И, конечно же, мы обязаны ему всем, потому что если бы он не включил свет, мы бы навсегда остались во тьме. But he by the light of knowledge. И этот свет знания. He illuminates the path, makes it very bright, and points out all the obstacles on the way. You just, as Prabhupada what he says, now run to Vrindavan. You've got a guru. He's shining like, run to Vrindavan. The path is lit up with knowledge. Светом знания наш духовный учитель освещает нам путь, он указывает на препятствия и показывает нам, куда нам идти, как подобно тому, как Прабхупада Сарасвати говорил, теперь беги во Вриндаван, твой путь освещен знанием, беги. But the onus is on us to take advantage of all the mercy the Guru is giving. И это наша ответственность пользоваться всем знанием, которое Гуру нам дает. Like after all the instructions Krishna gave to Arjuna in Bhagavad Gita. He said, now, Arjuna, you follow my instructions, but if you act according to the false ego, if you reject what I'm saying, you're not concerned, if you act according to the false ego, you're lost. Кришна дал столько наставлений Арджуне на поле битвы, после которых он сказал, теперь, Арджуна, прими мои наставления и действуй. Но если ты откажешься от этих наставлений и решишь действовать из ложного эго или под влиянием материальной энергии, ты будешь потерян. The famous analogy, you know, that Mother Yasoda tied the rope around Damodar's belly to bind him up. Вы знакомы с этой известной аналогией, когда мама Ишода обвязывала живот Кришны веревкой? What was the analogy that the rope, two fingers, right? Love and perseverance. Yeah, couldn't do it before, so she bound him with love, but the two ropes, in the two, that was 2 inches. 2 inches short, right? 2 inches short. Yeah, so the 2 inches were made up by her effort and by Krishna's mercy. So we have to make the effort. We have Krishna's mercy, but we also have to make the effort, and then we can be successful. В этой аналогии. We can't sit idly by. I'm initiated. I'm going home. It's the first step. В этой аналогии мама Ишода старается обвязать живот Кришны веревкой, и веревка всегда коротка на 2 пальца. Эти 2 пальца представляют милость Кришны и наши собственные усилия. Да, у вас есть вся милость, но вам также нужно прилагать усилия. Сегодня вы получаете инициацию, и это первый шаг. Нельзя сидеть и думать, ну я получил инициацию, все будет хорошо. Нет, это только начало. So because the spiritual master delivers us from this horrible material world, and because he reveals and takes us home to the spiritual world, the disciple regards the spiritual master in the highest terms. И поскольку духовный учитель освобождает нас из этого ужасного, страшного материального мира, ученик очень сильно уважает своего духовного учителя. And Kashishwara Pandit says for the disciple, the form of the guru's transcendental body is described as follows. It's very interesting. И Кашишвар Пандит описывает форму, трансцендентную форму духовного учителя следующим образом. And as I was reading this, I was just envisioning when I was standing before Prabhupada one time. You know the story. I brought his suitcase up to his room in London, and he was just in his gumsha, rolled up, because he was going to get a massage. So I saw him like that. He's like glowing like this, and I paid obeisances. But I was right in front of this form of Prabhupada. And it's just as Kashishwara Pandit says here. Когда я читал слова Кашишвары Пандита, я вспоминал тот случай, когда я стоял перед Прабхупадой. И все вы знаете эту историю. Я поднял по лестнице его чемодан, я зашел к нему в комнату. Прабхупада только что принимал массаж, поэтому он стоял в одной гамче. Я увидел его форму и предложил свои поклоны. Но видев это, видев Прабхупаду, как он сиял словно солнце, я испытывал те же чувства, что описывает Кашишвар Пандит. And after reading this, each line, yes. I read the next line, yes. Next line, yes. Читая каждую из этих строк, я говорил да, да, да. Śrīla Prabhupāda ki. The forehead of the guru is the only source of satisfaction for a disciple.
Лоб духовного учителя является единственным источником удовлетворения ученика. The eyes of the guru are the treasure house of all the secrets of the three worlds for a disciple. Глаза гуру являются сокровищницей всех секретов всех трех миров для ученика. The nose of the guru is the pride of knowledge for a disciple. Нос гуру является гордостью знаний для ученика. The lips of the guru are the gates of the knowledge of the Vedas. Губы гуру являются вратами знания Вед. The tongue of the guru is the nectar pot of Dhanvantari. Язык гуру является кувшином нектара Данвантари. The neck of the guru is renunciation from the material world. Шея гуру является отречением от материального мира. The shoulders of the guru is the grace of devotional life. Плечи гуру являются элегантностью преданной жизни. The chest of the guru is the abode of the divine couple. Грудь гуру является местом, где проживает божественная чета. The hands of the guru are the source of all blessings. Руки гуру являются источником всех благословений. The middle part of the guru is the ocean of bliss. Средняя часть туловища гуру является океаном блаженства. The thighs of the guru are the strength of bhakti. Бедра гуру являются силой бхакти. The lotus feet of the guru are chintamani gems. Лотосные стопы гуру являются драгоценными камнями чинтамани. The toes of guru are like millions of pilgrimages. Пальцы стоп гуру являются миллионами паломничеств. The toenails of the guru are the moonlight of love for Krishna. Ногти на стопах гуру являются лунным светом любви к Кришне. The shadow of guru is the eternal protection of the disciple. Тень гуру является вечной защитой ученика. The dust from his lotus feet is the opulence of the 14 worlds. Пыль со стоп гуру является сокровищем всех 14 миров. The remnants of his prasad is the nectar of Krishna's lips. Остатки прасада гуру являются нектаром губ Кришны. The cloth used by him is the fortune of the disciple. Ткань, которой пользуется гуру, является великим сокровищем ученика. The words from the guru are the only shelter for the disciple. Слова гуру являются единственным прибежищем ученика. And Kashishvara Pandit concludes. И Кашишвар Пандит заключает. Without guru, one is like a beautiful girl without husband, sky without sun, eyes without light, and heart and a heart without heartbeats. Без гуру человек подобен молодой девушке без мужа, небу без солнца, глазам без света и сердцу, которое не бьется. Without guru, one is like a beautiful girl without a husband, sky without sun, eyes without light, and a heart without beats. Без гуру человек подобен молодой девушке без мужа, небу без солнца, глазам без света и сердцу, которое не бьется. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Sri Guru Parampara ki. Now, then Kashishwar, should I go on or should I stop? Go on. I've got one line here that says go on. How about? Whoa! Okay. So then Kashishwar Pandit describes some of the elaborate rituals that take place at this initiation ceremony on Balaram Purnima. После чего Кашишвар Пандит описывает прекрасную многоступенчатую церемонию инициации, которую мы тоже проведем здесь, на Баларама Пурниму. So he says, to begin with, the disciples should first take bath in the Brahma Muhurta hour in the sacred river Ganges or Jamuna. Он начинает с того, что говорит, что ученику нужно принять омовение в Брахма Мухурту в святой реке Ганге или Ямуне. If that is not possible, the disciple should bathe in collected rainwater or water from a clean well or river. Если такой возможности нет, тогда not a school on the Baltic Sea coast. Если такой возможности нет, тогда ученику следует принять омовение в каплях дождя, которые он собрал, или же в чистой реке или колодце,
Или же на берегу Балтийского моря. That he should recite the mantra that we chanted earlier, that mantra for purification. Далее он воспевает мантру, которую мы с вами прочитали ранее. And then he should, he or she should dress nicely in unstitched clothes. А затем человеку нужно прекрасно одеться в непрошитые одежды. Preferably white clothes. И желательно белые одежды. This young lady is wearing white, so then you would wear white to the initiation. Вот замечательная молодая девушка здесь, она одета во все белое. Точно так же на свое посвящение вы одеваете белое. Or Braj-Raj clothes. Или же в одежды Braj-Raj. What's Braj-Raj clothes? А что же такое одежда Braj-Raj? So Kashyapa Pandit explains that in the old days the tradition in Vrindavan was that candidates for initiation would put their new white clothes in a hole in the ground in Vrindavan, that before the initiation, for a week before, they dig a hole, they put all their clothes there, and then cover it up with Brajvena, with dust. Кашишвара Пандит описывает, что за неделю до своей инициации ученики делают углубление в земле Вриндавана и закапывают в него свою одежду для посвящения. Did you do that, anyone? No? Кто из вас это делал? And then after a week, they would take the clothes out and wash them in with Jamuna water, then dry them in the sun, and without ironing them, wear them on their initiation day. What color were they? There's all the you know, it's kind of that brownish. You see sometimes the sadhus have the kind of brown clothes. They come to initiation like that. So white or Braj Renu. И спустя неделю ученик достает. Girls. No saris, no makeup, just. И спустя неделю ученик достает свои одежды из земли Вриндавана и омывает. No fancy dhotis, kurtas, earrings. Омывает их в реке Ямуни и высушивает на солнце. В этих одеждах он приходит на свою инициацию. Ни тебе погладить, ни тебе макияжа, каких-то распрекрасных доти. Вот так вот, девушки, мы одеваемся на инициацию. He said, that's the better, he said. The reason for not wearing white, or rather wearing the Braj Renu, was because white shows opulence. And by putting the clothes in the Braj dust, it takes away this material effect and makes the clothes more sattvic. So anyone getting initiated on Balaram's appearance day? Dig a hole outside, put the... not here, it's not Braj Renu, but... Anyway, I'm talking, this is, you know, very elaborate ceremony that he's describing. Одна из причин, по которой человек может не надевать белые одежды, а надевать одежды Брадж-Радж, это то, что белые одежды указывают на благосостояние человека. И на церемонию инициации мы приходим более смиренными. Так вот, когда человек закапывает одежды и откапывает, они приобретают такой более спокойный коричневый благостный оттенок. Так что, кто получает инициацию на Балараму, принимем, пожалуйста. Вот. На улице выкопайте себе углубление, закопайте, откопайте. Но на самом деле это очень сложная церемония. Then after dressing, he says one should put tilak on the forehead and then mark the other 11 parts of one's body with the tilak. Далее он описывает, что после того, как он одевается, человек должен поставить тилаки на 11 мест на своем теле. Then one should approach the guru before the ceremony and offer obeisances 12 times. И до начала церемонии человек должен подойти к гуру и предложить поклоны 12 раз. Kartamashi, you want to show us, you know, 12 times? Dandabats? No. No, it's okay. Afterwards. And then one should worship Tulsi Devi with flowers and incense. Затем ученик поклоняется Тулси Деви, предлагает цветы и благовония. Then we should come back to the spiritual master and touch his feet and offer him respects. Затем мы должны подойти к духовному учителю, прикоснуться к его стопам и предложить наше уважение ему. And then, in a humble frame of mind, one should put a small piece of grass between one's teeth and folding one's arms, sit in front of the guru silently while he describes the importance of initiation. И затем в смиренном состоянии ума ученик берет в рот травинку, держа ее в зубах, он садится со сложенными руками и в тишине слушает
своего духовного учителя, который дает наставление о важности инициации. Go get some grass and give to everybody. You have between then your four hours. Yes, meaning we have to be attentive, that's basically. Это означает, что мы должны быть внимательны. В этом суть. Then one should state his or her vows before the guru, receive their new name, and receive their japa. Затем ученик встает перед духовным учителем, оглашает свои обеты и получает новое имя и свои четки. And then he writes something really interesting. I never heard it before. А затем он пишет что-то очень интересное, о чем я ранее не слышал. And the guru should make sure that a little bit later on, he should give his own beads to the disciple and let them chant on them for a little while and then give them back. Что спустя какое-то время после инициации гуру дает свои собственные четки ученикам и позволяет им на них воспевать. Isn't that interesting? Разве это не интересно? You give your, the guru gives his beads to the disciple. Imagine if Prabhupada, you know, would have been so wonderful. But anyway, that's what he says. Kashyapa Pandit, that the guru should give his beads and the disciple can chant on them for a while. Гуру может дать свои четки ученику, чтобы он мог на них воспевать какое-то время. Представляете, если бы Прабхупада давал нам свои четки, было бы прекрасно. Но в любом случае, это то, что Кашьяпа Пандит говорит. This young lady, I gave her initiation beads that I had chanted. One sadhu gave me the beads, I chanted the beads, and she got the beads. Например, вот эта молодая прекрасная девушка Кунджа Севика, на ее инициации я дал ей воспевать на четках, которые у меня раньше были. Однажды саду мне дал эти четки, я на них воспевал и потом передал ей. Kunja, where are your beads? Stand up. It's okay. I know you're shy. Oh, they're not here. Okay, you can show them later to me. Kunja Sevika. You're the one disciple that all my disciples got chanted by me. I know we get all these kind of letters now. Gurudev, give me your beads. После этого все будут просить Гурудева, пожалуйста, дайте на ваших четках почитать. Then he says the priest should come and tie a protection thread on the guru's arm to protect him from any disease he may get from accepting the karma of the disciple. После чего описывается, что священник должен подойти к духовному учителю и обвязать вокруг его руки защитную нить, которая будет защищать его от последствий кармы ученика. But then again, chanting Hare Krishna is a remedy. If we don't able to follow all the particular rules and regulations, we just chant Hare Krishna, everything becomes auspicious. It's even said in deity worship, if you make a mistake, you chant the Maha Mantra. И опять же, воспевание Hare Krishna это то, к чему мы прибегаем, если мы не можем следовать всем правилам. Даже в поклонении божествам, если мы совершаем какую-то ошибку, мы можем воспевать Хари Кришну. And there's more. Есть еще больше. He said, after the fire yoga, the disciple should circumambulate the fire 100 times. Далее описывается, что после... This is going to be a long ceremony. Can you run around? После огненного жертвоприношения описывается, что ученик должен обойти священный огонь 100 раз. Можете обижать? Or he says at least 12 times. Ну, или по крайней мере 12 раз. So after the fire sacrifice, the disciple should give a donation to all the Brahmins present and distribute sweets to all the guests. Дальше описывается, что после жертвоприношения ученик должен дать пожертвования всем присутствующим браманам, а также раздать сладости всем гостям. And then the disciple should go door to door in the village, asking donations for the service of one's guru. И далее ученик будет ходить по деревне от двери к двери и просить пожертвования для служения своему гуру. And he said one should ask donations from parents, friends, relatives. Enemies, if you're humble, and kings, but one should avoid asking donations from Babaji's and renunciates. Ученик должен просить пожертвований у родителей, друзей, родственников, врагов, если он смиренен, и королей, а также избегать просить пожертвования у Бабаджи и отреченных мудрецов. And after collecting for exactly 12 hours,
once you come back and give the donation. I like this one. After 12 hours, just kidding, one should offer the donations to the guru. Собрав... That means for you till 2 o'clock in the morning. Собрав пожертвования на протяжении 12 часов, человек должен прийти и отдать их всех своему духовному учителю, что для Отам означает, что она будет собирать пожертвования до 2 часов утра. And then one should come and offer obeisances again to the guru and sit before the guru with folded hands and offer the following prayer. И затем ученик приходит, садится перед духовным учителем со сложными руками и произносит следующую молитву. My dear spiritual master, мой дорогой духовный учитель, you are my only shelter now. Вы мое единственное прибежище. Seeing no support in this material world, I was falling into the ocean of dukkha, distress. Не получив никакой поддержки в этом материальном мире, я продолжал падать в океан дукха или страданий. You took my hand and placed me in the boat to Vrindavan, where one finds the divine love for Radha and Krishna. Вы взяли мою руку и взяли меня на борт корабля, который идет во Вриндаван, где человек находит божественную читу Рады и Кришны. My dear spiritual master, you are my only savior. Мой дорогой духовный учитель, вы мой единственный спаситель. Please use me in every way possible. Пожалуйста, займите меня всеми возможными способами. Make my body your asana, my hands your instruments, and my senses in service to your mission. Пусть мое тело будет вашей асаной, мои руки будут вашими инструментами, и все мои чувства будут заняты в служении вашей миссии. Please destroy my false pride and my material desires. Пожалуйста, разрушьте мою ложную гордость и все мои материальные желания. Help me to control my senses. Помогите мне контролировать мои чувства. Smash my bad fortune. Разрушьте мои неудачи. And take me to the son of Maharaj Nanda. И приведите меня к сыну Махараджи Нанды. I offer my respects to you again and again. You, my dear most spiritual master. Я предлагаю вам свое почтение раз за разом. Вы мой самый дорогой духовный учитель. And then as one departs the ceremony and goes back into the world, he shouldn't forget the guru. И когда ученик покидает церемонию и отправляется назад в этот мир, он не должен забывать своего гуру. Guru Vashtakam, we're meant to remember the spiritual master at least 3 times a day. В Гуру Ваштаке говорится, что мы должны помнить духовного учителя как минимум 3 раза в день. So Kashishwara Pandit gives a very nice meditation on the spiritual master that one should come to one's mind from time to time. И Кашишвар Пандит предлагает нам прекрасную медитацию, которая должна посещать ваш ум время от времени. And it's meant for meditating on a Gaudiya Vaishnava spiritual master. Эта медитация предназначена для того, чтобы думать о духовном учителе Гаудия Вайшнаве. We can say confidentially here in this room is the only spiritual master. И по секрету в этой комнате я могу сказать, что это единственный духовный учитель. The spiritual master is teaching different traditions, which is okay, but it's like a ladder coming up to bhakti, and bhakti is the topmost rung on the ladder by which one can get the padam gatim. Other spiritual masters may teach, you know, yogic asanas, you can get mystic powers, or you can worship a guru, you know, you can try to merge into the supreme. So really, this is the topmost meditation on a bona fide teacher. Only the Gaudiyas are the bona fide. There's other Vaishnava sampradayas, with all due respect, but we're learning Braj Bhakti. We're blessed, Braj Bhakti. So this is about seeing your guru in the eyes of Braj Bhakti, the real meditation. Существует много духовных путей и разных гуру, которые учат вас разным ступеням йоги, а также слиянию с Браманом и другими духовными путями, но они все являются второстепенными, и они подобны ступеням на лестнице, которая ведет к высшей ступени, которая является Браджа Бхакти. Так вот, наш гуру, он учит нас Браджа Бхакти. И есть, конечно, другие Гаудия Вайшнава Сампрадаи, но это наша главная Сампрадая. И в этой медитации мы учимся видеть гуру в этом свете. He entitles this meditation on guru.
Эта медитация называется медитация на гуру. Sitting on the raised asana, made out of Shweta Ambar, white clothes decorated with round-shaped pillows around, the guru is sitting in his full glories, and my mind hankers for fanning him with the chamara sitting behind him. Сидя на возвышенной асане, сделанной из Shweta Ambar, белых одежд, белой ткани, которые украшены круглыми подушками, гуру восседает в своей полной славе. He is walking in the forest of Braj, wearing effulgent clothes, and walking like a proud elephant. Oh, my mind hankers for cleaning the floor before he walks on it. И мой ум жаждет момента, когда я буду омахивать его чамарой за его спиной. Гуру гуляет по лесам Вриндавана, нося светящиеся одежды, и он идет как слон с гордостью, и мой ум жаждет убирать его пол, подметать пол перед тем, как он на него ступает. Not pride like we know, but proud that he has such a wonderful master to serve. И здесь говорится не о мирской гордости, которую мы знаем, а о гордости, когда у тебя есть такой замечательный духовный учитель, которому ты можешь служить. To be the servant of a glorious master, like my godbrother Burijan Prabhu described in his book about Sri Prabhupada. Гордость, будучи учеником такого возвышенного духовного учителя, подобно тому, как мой духовный брат Буриджан Прабху описывает в своей книге. He is dancing in ecstasy. His clothes are flowing in the air. He has tears in his eyes. Oh, mind, please hanker to protect him all the way as he walks and get the taste of his tears. Он танцует в экстазе, и его одежды развиваются по воздуху, в глазах его слезы. О, мой ум, пожалуйста, жажде защитить его на его пути и испробуй вкус его слез. He is speaking on the topics of devotional service with a choked voice in ecstasy. O my mind, hanker to serve him with the water that you carry in a pot. Он говорит о науке преданного служения, его голос обрывается в экстазе. О мой ум, пожалуйста, жажде служить ему с кувшином с водой. O my mind, serve him with your speech, your body and your heart. He who is the worshipable deity of all demigods. О мой ум, пожалуйста, служи ему своей речью, телом и сердцем. Он является божеством, которому поклоняются все полубоги. So this is all quite deep. Это очень глубоко. But this is the true heart of a disciple. Но таково истинное сердце ученика. And as we advance in Krishna consciousness, we begin to see things in a true way. We see the true glories of all devotees, our spiritual master and Krishna. This is how a pure devotee sees things. So we should hanker in that way because Hari, Guru and Vaishnava, they are saviors. They are life and soul. По мере нашего роста в сознании Кришны мы учимся видеть вещи в истинном свете. Так вот, эти стихи описывают то, как видит гуру в истинном свете. Мы хотим видеть гуру и Кришну. I hesitated to give this lecture because it looks like I'm talking about myself. I'm just the fortunate soul of Kali Yuga who is being delivered by my spiritual master Śrīla Prabhupāda. Я немного сомневался перед тем, как давать эту лекцию, потому что с какой-то стороны может показаться, как будто я говорю это все о себе, но на самом деле нет. Я всего лишь маленькая душа, которую освободил Шрила Прабхупада, я говорю о нем. But I'm hoping, as Prabhupada said, that along with the instruction of the spiritual master comes the ability to carry it out. So this is a service I'm doing on behalf of my spiritual master, and I pray to Śrīla Prabhupāda to purify me to the point where I can exemplify everything that Kashyasvara Pandit has said here, and one day take you to Śrīla Prabhupāda in the spiritual world and introduce all of you to He who is Prabhupāda, the master at whose feet all masters sit.
И Шрила Прабхупада говорит, что вместе с наставлениями духовного учителя приходит сила их исполнять. Так вот, я надеюсь, что по милости Шрилы Прабхупады однажды я смогу стать примером того, что описывает Кашишвар Пандит в своих стихах, и в один день я возьму вас за руку в духовном мире и отведу вас к тому, кто является настоящим Прабхупадой, мастером, у стоп которого сидят все духовные учителя. But it's okay to speak like this. I don't think this lecture has, you know, been given like this in our movement to date. But because it's Shastra and because it's Kashishwara Pandit, it's all authorized. И такая лекция, она авторитетна, потому что мы просто передаем слова Кашишвара Прабху, и это Шастра, и это авторитетно. Шрила Прабхупада ки, Шри Гуру Парампара ки, Хари Кришна Махамантра ки, back home, back to Godhead ки, take all the fallen conditioned souls with us ki, Шри Шри Лакшми Нрисингхадев Traveling Festival Program ки, Festival of Indy ки, three more weeks of festivals ки, tomorrow Mielno, Mielno ki. Not Mielno the city, but the opportunity to preach in Mielno ki. Gaur Bhimanandi! Jai Jai Sri Radhe! Shyam!